Очень интересная тема у нас, друзья. О, даже черная кошка пришла. Вот. Уже скандал идет. Час, наверное. Вот человек приехал, уперся в шлагбаум. Вот. С другого дома, который находится сзади нас. И вызвали полицейских. ППС у нас вот стоит. Вот. И пытаются как-то разъехаться. Вот. В связи с этим вот есть такая тема интересная, как установка шлагбаумов в крупных городах, вообще в городах вот везде. Ну, на самом деле, с одной стороны, вот здесь вот у нас вот с этой одной улицы, вот туда вот если посмотреть, на другой проспект Ватутина, через вот этот блок люди очень хорошо сокращают дороги. То есть с утра здесь вот в этом пятачке проезжает там порядка 300-500 машин. То есть, ну, колонны двигаются. И вот поставили два шлагбаума, в результате сейчас вот эти скандалы каждый день происходят. Ну, в связи с этим интересно узнать, как в других городах это все. Вот, что в других городах происходит. Когда поставили шлагбаум, вот здесь вот этот угол, тут, ну, расстояние не угол, а как бы сказать, вот эта дорога, улица Королева, она от перекрестка до перекрестка утром здесь пробка. Потому что половина машин едут не только в центр, то есть поворачивают вон туда, я так вот показываю, не вот туда, вот налево. Вот видите, как красиво там светофоры горят. Вот это центр. Каждое утро туда люди фигачат вот по вот этому мосту, который горит желтыми огоньками. Вот. А есть люди, которые едут в обратную сторону. Вот. И им неудобно ехать через светофор. Ну, чем это все закончится, неизвестно. Но деньги собраны. Кому надо, купили. То есть, к сожалению, наш дом, то есть в эту схему я тоже подходил к этому ответственному за шлагбаум человеку, жильцу дома. И у нас там была какая-то деляна, разговоры по поводу, вот видите, вот эту вот парковку. Это очень большая парковка в нашем дворе. Она фактически отжата вот этим домом, который напротив. То есть, потому что теперь я обязан сдать на шлагбаум и купить этот, как он называется, короче, брелок я должен купить. С какого перепуга я должен покупать брелки и так далее, когда, ну, вот мне нужно, допустим, поехать туда, или там в детский садик внутри, то есть микрорайона, развернуться где-то внутри, я не могу. Ну, посмотрим. Вот полиция, видать, все уладила. То есть полицейские уходят. Вот. Все разошлось миром. Шлагбаум открыли, и они уехали. Все. На этом все закончено. У нас очень много сознательных людей, которые в последнее время стали очень много. Вот не зря там черная кошка крутится, это вот магия просто какая-то. Вот, очень много людей занимаются непонятно чем. То есть скандалят, качают права. Ну, это у нас все-таки зачатки какого-то правового государства. На самом деле у нас нет никаких механизмов разрешения. То есть вот эти вот бедолаги ППСники, это первая, как бы единственная, наверное, инстанция, которая может, ну, просто как-то что-то порешать. Все остальное — это что-то какой-то капец. Ну вот и все. Вот такая вот проблема. Вот. Ну, человек может быть прав, ответственный, потому что он хочет. Вот у нас есть арочка, и эта арка открыта. То есть задача этого шлагбаума была в том, чтобы запретить проезд через двор. Все. Ну, посмотрим, хорошо это или плохо. Каждый день, ну, основная масса людей привыкла уже так, с такой безнадегой просто ко всему этому относится.
Ну, вот такая вот она, тупая городская жизнь. Казалось бы, с одной стороны, люди сделали добро и зафигачили этот шлагбаум, сделали, и все хорошо. С другой стороны, ну, зачем он нужен, никто не знает. Ну все, всем пока. Вот такое вот неожиданное вот такое предложение, тема для разговоров. Какие шлагбаумы у кого стоят и как они влияют на вашу жизнь. Непростую городскую. Всем пока.